Вчера столько месива, прям вообще было столько разрушений, ранений. Эва, я не могу. Знаем это все, потому что сейчас вот заберут. У нас уже все, сестра мне сказала, что уже они, у них подписан документ, они знают точно, что уже референдум состоялся, не ожидая ничего, что уже не являются субъектом Российской Федерации. Все. А, так уже это произошло? Да, уже все. Так что это то, что вот сейчас вот мы находимся там в Покровске или еще где-то, это уже субъект Российской Федерации. Все. А Они никого не... и И мы вы вот это. тоже. И вы тоже. Просто дело времени, документы начнут гасить. Эти будут, наши будут, это Украина будет бить, отбивать, а эти будут говорить о том, что это территория России, тоже будут гасить, и все. И ничего не будет дальше. Мы потеряли вот и квартиру, и все, вообще даже. Бомжи бомжами. Все. Боже мой, жили, наживали, Да. и остаться. Мне сестра позвонила. У них друзья, ну, их, получается, кумовья, дочка работает в Министерстве социальной А, политики ну, в ДНР. угу. Шона, она все знает. Здравствуйте. Она все Конечно. сказала. Она сказала, уже давным-давно подписаны. Еще до... В начале сентября подписаны были документы о вхождении Вот о ДНР в чем. административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав Состав. Российской Федерации. Все. Херсон, говорит, и Запорожье, это так вот. Без проблем. Ну, кто Ай-яй-яй-яй. докажет, кто где голосовал, скажи. Да Кто никто не ходил, кто не докажет, ходил. Никто ничего конечно, не никто докажет. ничего не докажет. Ну, вот, Людей не поэтому... спросили, за людей все решили, жизни судьбы покалечили, поломали.